Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как я купила лаймы за 129 рублей, как мы поели клубнику, как мы тусовались на двух днях рождения подряд, как мы с Улькой пробовали новые московские лимонады и много-много всего интересного. А мы начинаем! Мне обычно после пресса у меня вот так вот сжимает лицо и вот так вот трусит щечкой. Так... Ну вот представьте, вы просыпаетесь, пока весь город еще спит. Идете на площадку. На площадке еще не вышло солнце. Потом вы делаете кардио, проходит минут 10, солнышко потихоньку выходит, заполняет всю площадку, и вот вы заканчиваете свою тренировку, и на вас светит солнце. Вы знаете, что сейчас пойдете домой, сходите в душ, намажетесь скрабом, включите телевизор, приготовите себе салат и вкусный завтрак, и начнете новый прекрасный день. Ла-л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 а. Ребята, какое же это счастье бегать, тренироваться. Вы мне пишете такое чувство, что ты ешь и бегаешь, или бегаешь и ешь. А я вам скажу так, я ем ради того, чтобы бегать, и бегаю ради того, чтобы есть. Бу-бу-бу! Спасибо, с блогом хотя бы я понимаю дни недели, а то как бы порой живешь вот так, хоп, а какой сегодня день? Есть желание у меня поехать в лес очень сильно и поесть шашлыков, и сходить в баню, и на массаж. Да, вот придет зарплата, и поеду. Да, Эвочка, зарплата пришла, только на нее уже нет половины суммы, а деньги ты потратила на лимонад. Ребят, Москва в шоке. В шоке от того, как на улице хорошо, тепло. Эвелина Мазурина в юбке. Я взяла себе фреш с грейпфрутом и апельсином, но это даже не спасает от жары. Кажется, наоборот, хочется еще сильнее пить. А еще появилась небольшая проблема, потому что мне нельзя загорать, а на улице такое солнце, что пришлось идти за SPF в аптеку. SPF 50. Ох, нехорошо. SPF стоил 430 рублей. Все остальные варианты были за 2000, поэтому за 430 звучало как-то дешево. Все, я собралась, красиво оделась, еду до сих пор в метро со своей новой сумкой Жадор из Питера и подарком для своего однокурсника. Едем праздновать в лофт. Такое вот у нас доброе утро. Я сегодня доброутровна. Блиссимо. Я решила сделать себе маску для лица с лифтинг-эффектом. Лифтинг-массаж. Трем под косточкой здесь. Шея, вот это вот место. И прощипываю. Сегодня я иду снова на второй день рождения подряд, только другого человека. Сейчас сижу, читаю Джейн Биркин. Очень хорошие дневники. Жду, когда мне напишет Ульяна. Она сегодня снова на съемках. Мы пойдем в торговый центр, чтобы я купила подарок своему другу. Я подарю ему вот такую красивую открытку. Здесь написано, что в жизни есть два пути. Жить, зная, что чудес не бывает, и жить так, будто все вокруг нас чудо. Еще не знаю, что у меня сегодня с речевым аппаратом. Так, мы продолжаем рубрику «Мои образы». Сегодня у меня красные серьги, красный свитер, ну и носки красные. Я снова еду в метро. Сколько раз я это уже сказала? Эту встречу ждали все. О, какая! Тихо, ты сейчас задавишь собачку. Ой-ой-ой. Ай, какая! Вау! Тихо, ну люди ходят, ну это какой позор, боже мой. Так, Эвочка, что мы сегодня пробуем? Манганат. Вкусный? Очень вкусно. Там кусочки манго, апельсинки, мандаринки. Посмотрите, мы сидим. Девка ко мне опять приехала в какую-то жопу. Манганат нашли. Не то вдвоем. Где бы мы его еще попробовали?
Итак, у нас продолжение нашего тура по всем кофейням мира. Вот и снова я рассталась со своей съемочной женщиной. Я пошла покупать подарок. Не забывай. Это вкусно. А, коли ты разумеешь белорусскую мову, ой, ты разумеешь все мовы. У меня салат. Вообще, короче, я снимаю свой блог на Ютубе. Так, и про что он? Просто про мою жизнь. Так, а твоя жизнь про что? Про спорт, про счастье. Так, счастье в чем заключается? В людях. Так. По логике вещей надо задать вопрос, что есть люди. А точнее, в чем... Нет, что, он попал на интервью к Дудю? Ну и все-таки, в чем предназначение человека? Счастливо жить. Круг замкнулся. Это круг счастья в природе. Вот тут экзистенциалисты, в общем, собрались. Как-то выступила недавно, где-то после 40-х годов, лекция о том, что экзистенциализм это не мани. Поэтому мы вот последователи. И у меня сестра смотрит мой блог. Встретила чудеснейшую девушку. Такое имя не забыть. Эвелину. Собственно... Я думаю, что все хорошо. Я думаю, что наша жизнь наполна счастливых моментов, встреч не случайных. И случайных. И она прекрасна, удивительна. И пусть все у нас будет хорошо. Башкирка Таталин. Запомнили, выпили, вздрогнули. Это реально правда. Раз, мама Евелины Мазурина. Мама сказала, что это очень красивый, кстати. А моя мама сказала... Никого, блин, не надо, лишь бы ты ходила голой рядом. Собственно, на улице очень жарко. Ну, а сегодня мы играем в спектакль «Схватка». Ну что сказать, знакомиться со мной подходит часто. Конечно, очень приятно, что бывают такие смелые парни, но мне пришлось сказать, что у меня есть парень. Зеленый чай, азуевые индейки, салат фририс. 129 рублей за 3 штуки. Давай. Мандарин. Огурцы гладкие. 3 киви. Желтый перец. Просто захотелось цвета в салат добавить. Всем спокойной ночи. Вот у нас есть красная колода карт. Нам нужно всего лишь сделать одну верхнюю карту, сдвинуть ее, задвинуть ее обратно, сделать магическое, и она становится сверху. Вау, вы видели, какой фокусник? 3:28 a.m. Итак, сегодня я приехала к Эвелинке Мазуриной. Всем здравствуйте. Куда Эвелина меня привезла? В мою комнату. В мою комнату. Привезла Эвке. Опа, молочко кокосовое. Эвка попросила после йоги-то молочка кокосового.
себе взяла, значит, творожную запеканочку, голубичка обыкновенная, вот такая вот. Ура! Урашечки! Ой, блядь. Как я вот так вот? Я вдруг ощущаю, что он пускает в меня тоненькие иголочки, а я встала и убежала. Ну, это так быстро. Блядь, вот я обожаю. Чего? Ты снимала, что ли? Дура, вообще. Ей лишь одно. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалею, но... А у тебя тоже эта песня в мозгу, да? У меня тоже в мозге это. Да? Песня, да. Слушай, мы прям с тобой сестренки. Ну да. Опа-па, ра-па-па, на пикничок, по шашлычок. Уля только что меня чуть не убила за то, что я съела одну клубничку. Она еще в такси собиралась сыр начать открывать. Ну ты вообще в своем уме? Вообще меня читали как за тройку в школе. Эвка писает. Спасибо. А мы прекрасно проводим вечер. Всем привет! Ну, вкусно. Я чувствую себя человеком. Вкусный чай. Я чувствую себя человеком. Вот, все. Снова наши лимонады. Хорошечно, он занимает второе место. А первое? А первое? Пусть это пока останется ненайденным. Пишите в комментариях. Мы в 32.05, в саду Эрмитаж. Саш, попробуй. Свой коктейль. Интересно, что же это за коктейль? Может, да, был бы он алкоголиц, да бы его не было. Да? Был бы он алкоголиц, да бы его не было. Смотреть точка один. Нет, хорошо, очень хорошо сидим. Красиво. Я иду в двух кофтах, потому что я одну давала Ульке. Мы с ней распрощались. И плед несу с собой. В общем, я в школу пришла. Ложусь спать. Берегите себя и своих близких. Один мой знакомый друг посоветовал мне тренировки одного американского спортсмена. Я сначала как-то зашла, посмотрела. Ну, так быстро промотала, думала, что нет. Сегодня я там сделаю йогу. А сегодня я попробовала эту 55-минутную кардио-тренировку. Черт убери, это какое-то вот... Это какая-то... Это трэш? Потому что, как бы, ты не то, что работаешь как-то на пределе каких-то своих возможностей там, но это просто сложно, и почему-то это меня попало как-то в меня вовнутрь, что это сложно. И вот какой-то такой тренинг борьбы со своим телом. Ну, как бы в хорошем смысле. Сейчас там пробежал отец с сыном. Они живут здесь, на третьем этаже, и я их каждый день вижу. То они бегают тут, то они играют в баскетбол, прыгают. И, короче, все, я уже устала держать телефон. У меня ужасно болит рука. Все, я отключаюсь, я иду завтракать. Надо срочно себя вознаградить. Как больно. Черт. Все, я отключаюсь. Вот это надо было брать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жесть, я пацан какой-то. Опа! А что это вы? Прикрытая. А на этом наш влог подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Это было весело и классно. Говорят себе, что я псих.